Скорости будет. Поэтому доски нет. Лет 55. Это больше, наверное. 50. Да. Как батя, наверное, что, да? Но они просто гипсетик, чтобы постоянно сильно тренировали свое время. Скорее быстро, лишь вот даже у этого молодого уже седина на висках, посмотри. Что, они просто катятся еще? Во сколько? 5? Он и попался. Да ну некрасиво. Так лучше. Оксана, а ну-ка улыбочку. Ша. О! Для истории. И голой ноги. Так, держи. Потом у нас водку сфотографируешь. Стой, Дима, на ремонтчику. Помогите держать. Все, держать. Вот, все, как может не получиться? А бензин? Там Есть у кого-то, ребята, а? Есть. Илюшка. А ну. Илюшка. Как? 20. 10 надо взять. Хорошо. Я вижу выход.
сажают. Да пошли есть. Да меня под ножку. Я меня припирает в конце, что там. Для пенсионеров, но еще не пенсионеров. Снимайте на столик, закупание. Лоски. Гребли, чемпионы, стыл! Стрептон плывёт. Иди. Там трудно. Лего. Да там же чуть-чуть. Я буду кричать, буквально. Давайте мы вас дочка. Прокатимся, давайте. Мам, не сядьте, что вас фотографировали. Всё. Бальзам, да? Да? На сердце. Мама. Ну, а здесь такие точно, на самом деле, ребёнок. Мы нарочно, что ты переживаешь? Мама, а Рома держит, лишь бы попасть в это. Ну, мы отойдём, ты нас снимешь. Еще раз внимание помещает.
Сейчас мы отойдем чуть дальше. А ты подойди на край плота. Смотри, фотоаппарат, они похвали. О, вот так включай. Все, включай. Раз, два. Мама. Дорогая. Давай, все, раз, два, три. А что ж вы сами с собой будете гоняться? Так, Андрюх, ты нет четвера, Гена. Ну, а я откуда знаю? Нету. Ну, на него только вниз четверки, парни, мы в том году гонялись. А что я могу сделать? Что там, что там? Там главный судья СССР. Ой, секунду, не СССР, а это самое. Андрей Плет. Сейчас... Не, ну вы извините, мы с Бендер, мы нашли четверку, а вы с Тирасполя не можете найти четверку. Я четверка. Да, он Москвы. Я с Москвы. Я так проезжал. Я вообще мне сердце перебить. Что вы за вторую команду? Да-да. Ну что, вы мне это сказать, что? Мне это не хвости не брать. Понятно, ну найдите нормальную. Это вы в боке сядьте. А нам что, между собой, что ли? А что? Нет, дело в том, что мы... Геннадий, мы тоже в боке помещаемся. У нас борты. Они тоже вышли в боке. Нет. Ну они парни наши не выходили. А я. Ну что, едете в четвертый тогда? Ну пускай найдут лодку. Ну что, мы одни будем? Они ищут. Они ищут. Ну тогда мы их ждем. Антон, Александр Семенович, а что вы на Ивончика мы в том году брали лодку, не четвертую парную? 10, там 12-15. А 12, если бы мне сказали 12, ты бы меня уже не видела. Знаешь, уже все. А по сути, по времени ты выходила час 25, час 20 на час. Я бы не догнал. Ну, мне ездили, все маршрутчики показывали. Короче, девки, ваши. Так что нам делать? Ну, пусть давайте, девки, что? Не ходите замуж, а идите на старт. Ладно, что? Не, мы же хотели хоть прокатиться, Ливонечка. Мы такое, такое. Да мы Ливонечка. Ливонечка, подожди. Вот, смотри, Одесса перестрелила. Одесса! Мама! Ну ничего, как открыли на ушки, у тебя тоже бега есть. Посмотри. Последний заезд!
одиночка последняя. Потому что все сказали, все хотят, чтобы будет так. Кориду! Ты по ветру полегче, и я по ветру. Кориду! Пашу что-то на седьмую воду сильно запиндюрили, блядь. А это Сахацкий? Ну Сахацкий зато молодец. Так. А даже получается не так, он получается по четвертому. Федя, Федя, гнебайте, по загребному смотри, Федя, по загребному. А где Феня? Пацаны, вы еще до старта не доехали. Перед первым платом. Семен, желательно бы банку поменять. А где ее? Кому желательно воду дать? Пересадил его, Миронич. Ну все, давайте выставлять тогда, что первый заезд. Четверку женскую, да? Первый последний, давайте по самую последнюю. Давай, давай. Да, пусть катаются, нахер надо, давайте. Двойки Петрунов, да. Так, у нас план какой, у тебя какой? Двойки без рулевого на старт! Смотри, на дистанцию.
пытался с полотной рукой вести. Почему я тут лично вижу? Вот это тоже. Попросили ж поставить. И дали им катер, они, по-моему, оставили на плоту. Вот финиш, а его поставить на плоту. Все, барабай, все. Ну, доеду, доеду. Рванем на финиш? Да, да, да. Едик оставляйте. Вот эти только не переезжайте, поставили. Отрулить! Назад! Да?
справа от рулицы. Под берег не лезь, третья вода, там мелко. А что они тут? Прорывают. Ой, а что это не взять? Я тебе работу вову на... Отец-то был отец. Да, ну вот ты что хороший, да? Правее вперед. А? Правее вперед. Рульная победила!
стоял на финише, всю гонку проигрывал только финишем. Прямо через бегу. Скоро будем официальный мир проводить. Мне СНГ хотят. Группа! Серебра! На твою воду! Урван! И на этот раз дисквалифицированы навечно будете. Так, вы не улыбайтесь, все. Третья вода, третья вода. Первая вода, первая вода. Пошел. Молодец, Пашуля, молодец, дыши. Леша, давай! Леша, раскручивайся, раскручивайся, Леша, раскручивайся через не могу! Да, конечно, кабана. Я вообще могу попробовать. Ладно, а следующий год я, блядь. Зато Курлак молодец, вот он, смотрите. Леша, давай! Паша, давайте вперед, вперед, посмотри, что творится. А эти вот я уже... Федя, отрули! Федя! Федя, отрули!
чуть не дремлет. Конечно, только поэтому живы. Свист надо было соловьины делать. Пару огорочков отрезать? Троечку уже, если резать. Уже резать, так всем резать. Папу кормить меньше надо. То он сам питается, мы его не кормим. Да. Вы на слоте, это мы умеем. Показательно. Пару тренировок не хватит. Молодец, молодец. Тренировки делаю. Снимай. Куртки в машине. Синий. Валерий Борисович. А где это? Сегодня костюмов на этих хлопках, но не великов. Кичук, Владимир. Кичук. Не надо портить. Владимир. Нету, их хватает намного. Набеждается Кичук Владимир. Ну, Виталий, ты там же сидишь, откуда я знаю? Если я награю, срочно грамоту. Да переписывайте. Да, Бученков Сергей. Да переписывайте, куда подарок. Все, хорошо. Так, где? Давайте печати ставлю. Куда? Да все уже переписывают. Уже переписывают. Так, давай, Петр Спис. Есть еще ручку? Вот, давай. Внимание, пожалуйста, расстроились. Украина снова в надежде. Это не дополнено.
Это же не сыр, это шоколад. Одежда. Выбирай. Поездок двое крульных награждается. Матинян Александр, Быченков Сергей, Кичук Владимир. За второе место награждается Носков Владимир, Носков Олег, Гамолицкий Виктор. Спасибо. У нас за место труды. Третье есть? Будет. Если третье место, как же? За третье место Гордеев Федор, Шиваренко Валерий, Кучеренко, пожалуйста. Награждается Плеханова, Козлова, Карпова, Деревянко Татьяна. За первое место в заезде двоих парок награждается Коваленко Евгений Иванов. Главная команда Украины! Это наш Приднестровец усилил их в украинскую землю. За второе место Герасименко Иван, Бодрухин Сергей. В классе двоек без рулей награждается Воропай Андрей, Барабаш Валерий. Воропай,
место. Дранков Александра. За третье место беленький Басаев. Третье место, двойка рульная не забыла, так спешили уйти, это сам забыли медали. Подходите. Можно вас еще раз пригласить? Я за третье место, двойка рульная. Да давай, давай, Валера, давай почем. Радуйся! За первое место в классе лодок одиночек награждается Павел Крупко. За второе место и волю к победе награждается деревянка Федор. Сам себя. Награждаем ветераны академической гребли нашего председателя. Дружные аплодисменты. И разрешите вручить ценный приз самому нашему заслуженному участнику Анатолию Семеновичу Курлату. Вот, вот кто есть истинный победитель сегодня. Отдельным условием нашим. Не, ну надо Кондратьев сказать. Василий Кондратьев. Я прошу вас подойти тоже. Я не судья. Так как мы приехали в вашей возрастной группе первыми, мы вас тоже награждаем. Самое главное, чтобы дали большие медали. Есть, есть две штуки. Вот, есть две. Идите сюда. Мы с тобой. Что мы с тобой? Так, проверьте на контроль. Дорогие ветераны, хлеб, соль. Просим. Дорогие товарищи, минутку внимания. У нас тут есть дети Виктора Тушко. И мы хотим подарить ему, где он, пусть выйдет сюда, подойдет.
Вот этот, который справа, это Виктор Сушко, который слева, это Володя. Администрация приглашает на хлеб-соль. Администрация. Пожалуйста. Рад, прошу всех. А налево. Акима. Акима. Пускай славу. Ребят, соревнования продолжаются. Соревнования еще завтра. А это никого не интересует. Это не честно. Поехали. Завтра. Всем спасибо. Ура! Дай Бог, что завтра все встретим. Давай. Сегодня не погибнем. Памятная медаль. А я при чем? Ну, памятная медаль. Самому главному. А почему Сябро никто не аплодирует? Ребята, разрешите, скажу от себя маленькое слово до начала официального банкета. От Киева. Нет, не от города Киева, от ветерана Сябро. Если бы не было проигравших, не было бы победителей, главный участник. 100%. Ветеранов. Можно туда. Не, подождите, давайте всем сфотографироваться.